بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие телезрители, мы с вами говорили на прошлой передаче о намерении, о искренности наших сердцах, о искренности наших сердец в каждом поклонении. И мы разбирали первый хадис, очень коротко объяснили, что имеется в виду под намерением и что имеется в виду под слово хиджра. Коротко объяснили. И хотелось бы перед тем, как начать наш второй хадис, добавить кое-что, именно то, что касается нашего первого хадиса. Если человек делает намерение искренне, и сделал какое-то, совершил какое-то поклонение, искренне совершает это поклонение, это не значит, что еще у него это поклонение будет принято. Почему? Потому что это дело, которое было совершено искренне, нужно еще сохранить. Потому что эти дела могут быть тщетными, могут быть исчезнуть. То есть до нашей смерти нужно сохранить эти дела, которые мы совершали искренне. Например, если мы искренне даем садака кому-нибудь или помогаем, да, будь это будет деньгами или там просто помощь какая-то будет. Если мы после того, как помогли этому человеку, если мы будем напоминать или упрекать этого человека в этом, то наше вот это дело, которое мы совершали, даже если это было искренне, оно исчезает, оно становится тщетным, потому что Аллах Таля в Коране говорит, сура Бакара, «Я айюха лазина аману, ла тубтилу садакатикум бильманни валь ада», то есть о те, которые уверовали, не делайте тщетными свои праведные деяния или свои садакаты, которые вы давали пожертвования на пути Аллаха. То есть вы давали искренне, но это еще не означает, что оно будет принято. Если ты упрекаешь этого человека в том, что ты ему помогал, то это исчезает. Это очень сильно, к большому сожалению, развито, и мусульманин не должен быть таким. Вот именно, праведный мусульманин никогда не будет упрекать человека в том, что он ему помогал, или в том, что он ему какие-то садака давал, какие-то пожертвования этому человеку делал и так далее. Поэтому правильный образ жизни мусульманина зависит от его искренности и от его нравственных качеств. То есть он сможет ли вот это совершенное дело искренне сердцем, сможет ли его сохранить до судного дня. Кроме того, каждое наше поклонение зиждется на двух основах. Первая основа – это ихлас, то есть намерение, искреннее намерение должно быть ради Аллаха Субхану Тааля, ради довольства Аллаха Субхану Тааля. То есть ты выполняешь это какой-то определенный вид поклонения ради Аллаха Субхану Тааля. Второе – то, что ты совершаешь, должно соответствовать Корану и Сунне Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что человек может сделать искренне какой-то вид поклонения, совершить и очень искренне какой-то вид поклонения. Например, человек заходит в мечеть и хочет зухур намаз, допустим, который 4 ракатах, хочет прочитать 6 ракатов. 6 ракатов. Искренне он со слезами на глазах начинает читать вместо 4 6 ракатов намаза. Будет ли приниматься у него это? Естественно, не будет у него принято это. Почему? Потому что это не соответствует Корану и Сунне. Потому что в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, приказано пророкам читать молитву, именно полудень намаз, именно 4 раката. Также другие действия, также любые другие действия, которые человек хочет сделать, если оно является поклонением, он обязательно должен посмотреть, оно соответствует Корану и Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет. Если он не соответствует, он не должен делать. Он не должен говорить: «О, я это же искренне выполняю. Если я искренне это делаю, значит, будет принято. Я же это не просто так делаю. Я же не из-за показухи делаю». Нет, от этого не зависит. Даже если у тебя искреннее намерение, ты должен его выполнять. Ты должен его выполнять так, как было это сказано в Коране, или же как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Если это противоречит Корану и Сунне, то это по единогласному мнению ученых, это твое совершенное поклонение не будет принято. Поэтому просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он добавил нам всем искренности, иншаллах, в наших поклонениях, чтобы Он сделал нас из тех, которые следуют по Корану
по Корану и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, сегодня у нас с вами продолжим, иншаллах, второй хадис. Второй хадис тоже от Омара, радыяллаху анху, передается второй хадис. Этот хадис немного большой, но, естественно, очень много постановлений в этом хадисе. Омар, радыяллаху анху, говорит: «Поистине, когда мы сидели с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел к нам человек ослепительно в белых одеждах, с черными-черными волосами». То есть подумайте, да, то есть вот это описание человека о чем говорит? Что человек в ослепительно белых одеждах с черными волосами. Это говорит о том, что это был молодой человек, не старый, то есть у него седины ничего не было, да. То есть и он, у него не было никаких следов от сафара, от путешествия. То есть, смотрев на этого человека, невозможно было сказать, что он мусафир, является мусафиром или путешественник. Потому что в то время, если человек возвращался из путешествия откуда-нибудь, то обязательно на нем были следы пыли, следы песка и так далее. Поэтому этот человек вроде и говорит, мы его, среди нас никто его не знал, но в то же время он не был похож на путешественника. Он сел так близко к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что их колени соприкоснулись. И он положил свои руки на свои колени и начал спрашивать: «О Мухаммад, скажи мне об исламе, скажи мне об исламе». И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, начал отвечать: «Ислам – это когда ты свидетельствуешь, что нет никакого божества, кроме единого Аллаха, субхану ва та'аля, и посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является пророком и посланником. Также ты должен читать 5-5-кратную молитву, давать закят, также держать пост во время Рамадана, также должен делать паломничество к дому Аллаха, субхану ва та'аля, в Мекку, которую мы называем паломничество, то есть хаджда или умра, туда тоже входит, если ты сможешь это сделать. То есть, если есть у тебя возможность это сделать, ты можешь сделать. И он сказал: «Поистине ты сказал правду». Передача хадиса Омар, радыяллаху анху, удивляется, что человек сам спрашивает и сам же подтверждает. То есть, сам задает вопрос и сам же подтверждает. То есть, мы, говорит, удивились этому. Потом он заново спросил: «Расскажи мне, говорит, о имане, о вере». Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему ответил: «Вера заключается в том, что ты веровал в единого Аллаха, субхану ва та'аля, в его ангелов, его писание, его посланников, и судный день, то есть последний день, который настанет, также ты должен верить в предопределение хорошего и дурного». После этого он опять сказал: «Поистине ты сказал правду», и заново спросил его: «А теперь, говорит, скажи мне об ихсане». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ихсан – это то, что ты поклоняешься Аллаху, субхану ва та'аля, искренне так, как будто бы ты видишь его. Но если ты не видишь его, то он видит тебя, то он видит тебя». После этого он спросил: «Скажи мне, пожалуйста, о часе». То есть имеет в виду последний час, который наступит. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине того, кого спрашивают, не знает больше». То есть поистине тот, кто спрашивает, или не знает больше, чем кого спрашивает. То есть ни ты и ни я, мы об этом не знаем. Когда это произойдет, как это произойдет, когда это произойдет. То есть в его определенное время мы его не знаем. Пророк саллям говорит: «Я не знаю, и ты не знаешь его». Тогда говорит что? Расскажи мне о его признаках. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине признаком является, если породит рабыня свою госпожу». Это один из признаков. И второй из признаков, когда люди увидят этих неимущих, голых, босых людей, которые пасут овцов, являющихся пастухами, начнут соревноваться в строении высоких домов. То есть пророк саллям как бы сказал, перечислил всего лишь два признака судного дня.
два признака того часа, который должно, иншалла, произойти. После этого этот человек спросил. Нет, после этого он не спросил, после этого он ушел. После этого он ушел. И после того, как он ушел, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, через некоторое время он спросил Омара: «О, Омар, ты знаешь, кто был этот человек, который задавал эти вопросы?» И Омар, радыяллаху анху, говорит: «Поистине, Аллах и его посланник знают больше, больше». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, это был Джибриль, который пришел вас научить вашей религии». То есть этот хадис является достоверным. Этот хадис передал имам Муслим. Также этот хадис передается в других сборниках с другими немножко риваятами. То есть, может быть, что-то чем-то отличается, но один и тот же смысл. То есть мы опять-таки не будем говорить о цепочке этого хадиса, потому что этот хадис, по единогласному мнению ученых, является достоверным. Давайте теперь начнем рассуждать именно изначала и разъяснять этот хадис изначала. Смотрите слова Омара, радыяллаху анху, который описывает этого молодого человека. Это говорит о том, что этого человека никто не знал, что он был ослепительно белых одеждах, его никто не знал, и в то же время у него не было что? Никаких следов от путешествия. Потом он описывает, как он садится к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это само проявление уважения к пророку, посмотрите, как он садится, это является доказательством того, или же примером для тех, кто является студентами перед своими учителями. То есть смотрите, как он садится перед пророком Мухаммадом, соприкоснулись их ничто, колени, и потом он ложит свои руки на колени. Это является доказательством, что человек, который обучается какому-то науке у какого-то шейха или у какого-то устаза, он должен обязательно посмотреть на этот хадис и обязательно должен следовать этому хадису и брать пример, как должен ученик сидеть перед учителем. То есть таким образом, примерно таким образом, как хадис описывается в хадисе, таким образом должен сидеть и ученик перед своим учителем. Кроме этого, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает его, само сидение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает на то, что он был очень простым человеком. То есть, несмотря на то, что он очень уважаемый человек среди этого народа, является пророком, посланником, он сидел со своими сподвижниками, как обычная вещь. Это являлось как обычная вещь, это указывало его и на его простоту. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не был высокомерным. И после этого этот человек уже начинает задавать вопрос, то есть как ученик спрашивает у учителя, и учитель отвечает, и так далее. И с одной стороны, этот человек показывает, каким должен быть ученик, и с другой стороны, он показывает, каким должен быть учитель. Посмотрите, то есть он спрашивает вопрос и подтверждает после того, как отвечает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже одно из доказательств, которое указывает на то, что если человек учится, он должен сдавать экзамены. Смотрите, здесь вопрос-ответ, а потом идет подтверждение. То же самое, как делается в разных школах или же в разных университетах или институтах. Это же также является опровержением тем людям, которые говорят, что вот учиться в исламском университете или каких-то институтах, вот составлять вот такие вот расписания, это все является новшеством. Вот это является открытым доказательством и открытым опровержением тем людям, которые говорят, что это нельзя делать. О, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал в своем хадисе, что это можно, делать, даже нужно делать. После того, как ты учишь своих студентов, ты должен их проверять, давать им экзамены, чтобы они сдавали экзамены, чтобы посмотреть, насколько они изменились. Теперь, сам вопрос начинается именно с ислама. Начинание вопроса ислама указывает на то, что передвижение как бы в хадисе идет постепенное. Смотрите, начинает именно с менее слабые вещи, которые... Ислам, например, менее слабее, чем иман. Поэтому он начинает спрашивать об исламе, а потом уже переходит на иман, потом уже переходит на ихсан, потому что ихсан – это самая высокая степень при общении с Аллахом, субхану ва тааля.
Поэтому он начинается с ислама, потом переходит на иман, а потом переходит уже к исламу. И он начинает, он же здесь, спрашивать, что такое ислам, и пророк, салям, смотрите, отвечает, что такое ислам. Ислам – это то, что нужно засвидетельствовать, что нет никакого божества, кроме единого Аллаха, субхана ва тааля. То есть, кроме того, если человек засвидетельствовал, этого недостаточно. Потому что пророк, салям, просто не сказал, ислам – это просто засвидетельствовать, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Субхану Тааля. Нет, он продолжил. То есть, если человек уверовал в Аллаха Единого, засвидетельствовал, что нет божества, кроме Единого Аллаха, засвидетельствовал, что посланник является, Мухаммад является посланником Аллаха Субхану Тааля, то он обязательно уже должен выполнять другие обязательные вещи, которого Аллах Субхану Тааля его обязал. Поэтому пророк, салям, после того, как сказал про свидетельство, он сказал, ты должен что? Читать молитву. Здесь имеется в виду пятикратный намаз. Здесь имеется в виду пятикратный намаз. После этого ты должен давать закят, если у тебя на это будет возможность. То есть очистительную милостыню. Это дается что? В год один раз из годового дохода. У него есть свои условия, иншаллах. Потом в дальнейшем мы пройдем эти вещи поподробнее. Также ты должен держать пост во время Рамадана. Во время Рамадана должен держать пост. Это является ваджибом, то есть обязательным. И также, если у тебя будет возможность сделать паломничество к дому Аллаха, ты должен это сделать. Теперь, посмотрите, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда объясняет ислам, он назвал все, практически все, все, что он назвал, это является внешними деяниями. Внешние действия, которые мы выполняем телом или нашими внешними органами. И это один из важнейших опровержений тоже является для тех сект, для тех течений, которые считают, что просто можно говорить «Ля иляха илляллах», и человек становится мусульманином. Может он не выполнять никакие молитвы, может он не держать пост во время Рамадана и так далее. Вот, пожалуйста, посмотрите, это явное доказательство того, что это мнение считается неправильным. Потому что когда пророка спросили об исламе, он именно перечислил все те действия, которые являются внешними, которые выполняются внешними органами или нашими телами. Да? И даже намаз. Посмотрите, пятикратный намаз обязательно нужно выполнять именно телом. Также закят ты даешь обязательно что? Из своего имущества. Также Рамазан ты должен что? Поститься. То есть с утра до вечера должен поститься. Тоже выполняемое действие. Это выполняемое действие называется, которое выполняется именно нашим телом. Также хадж. Также хадж, если у нас есть возможность, сделать нужно этот хадж обязательно. Здесь перечисляется 5 столпов ислама, 5 столпов ислама. Иншаллах, их мы подробно будем разбирать в следующем, следующий хадис, когда будем изучать. Третий хадис, там как раз у нас будет, иншаллах, 5 столпов ислама. И там мы поподробнее немножко поговорим об этом, иншаллах. Потом, этот человек спрашивает о имане, о вере. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает ему, что это вера, то, что у него бывает в сердце человека. Посмотрите, когда спросили об исламе, он отвечает, то, что нужно делать нашими внешними деяниями. А когда уже спросил о имане, он начал перечислять именно те вещи, которые бывают в наших сердцах. То есть сердцем нужно уверовать в единого Аллаха, в его ангелы нужно верить. Это то, что все, что он перечисляет, не касается наших внешних деяний. То есть мы эти вещи можем делать, уверовать в эти вещи только сердцем, не выполняя какие-то действия нашим телом. И он говорит, поэтому что? То есть вера – это когда ты уверовал в единого Аллаха, его ангелов, его посланников, его все в Писании, его все писания, которые есть, то есть книги, которые были до Корана, неспособно, надо, нужно их верить. И по единогласному мнению ученых, если человек отвергает ангелов или отвергает какие-то виды из Писания, или же отвергает каких-нибудь посланников, то он не является мусульманином. Он не является. Это по единогласному мнению ученых. Он не является мусульманином. Это то, что касается столпов имана. Также столпы ислама, которые мы перечислили до этого, тоже, если человек отвергает, он не является мусульманином. Если он отвергает какие-то из столпов ислама, намаз или там закят, или во время Рамазана ураза держать, если он отвергает, он не является мусульманином. Он не является мусульманином, по единогласному мнению ученых. Потом, пророк салям сказал, уверовать в судный день и сказал предопределение. Уверовать нужно в предопределение хорошего и дурного. Как раз-таки именно этот хадис
в своем основе передал сын Омара, ради Аллаху ангу. Причина этого предания этого хадиса было именно то, что в Ираке появились люди, которые отвергали предопределение. Их называют кадаритами еще, которые отвергают предопределение. И поэтому, когда они пошли, приехали в Мекку, чтобы поговорить с каким-нибудь сахаба, и они нашли Абдулла ибн Омара, сына Омара. И когда они начали с ними разговаривать, сказали, что у нас появились такие-то люди, которые что? Отвергают кадар. Он поистине и сказал, тот, кто отвергает кадар, у него никогда не примется ни одно действие, если даже он пожертвует золото, как вес в горы Ухуда. И перечислил потом, то есть пересказал вот этот хадис, который мы с вами сейчас разбираем. Поистине мой отец сказал, что он услышал, что он сидел с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и подошел к нему человек, и так далее, и так далее, и так далее. Он полностью рассказал этот хадис, который мы с вами сейчас читаем. То, что касается предопределения, нужно сказать одно. Предопределение. Во-первых, тот, кто отвергает предопределение, он не является неверным, он не является мусульманином. Во-вторых, предопределение можно разделить его на две категории. Первая категория – это то, что Аллах Субхана ва Тааля все сотворил, и все, когда Он сотворил всех людей и всех их деяния, Он знал, что будут эти творения делать, поэтому им предопределил то, что делать. Вот первую категорию он знал, вторую категорию уже что? Он предписал, что они будут делать. То есть получается, те люди, которые сомневаются в том, что если нам все предписано, зачем нам тогда совершать какие-то поклонения? Если мне предписано быть неверным, значит, мне надо быть неверным. Или если мне предписано быть мусульманином, я буду мусульманином, хочу я этого или не хочу. Нет. Аллах Субхана ва Тааля тебе предписал все, но ты не знаешь, что тебе Аллах Тааля предписал. И поэтому ты должен искать эту истину. Ты должен искать. Ты не знаешь, что тебе предписано. Как, например, во время Омара было. Человек, который украл, и когда его хотели наказать за это, он сказал, поистине, я украл по предопределению. То есть Аллах Тааля предписал мне, поэтому я украл. И Умар, ради Аллаху анху, ему ответил. Очень хороший и мудрый ответ. Да, это правильно, это предопределению Аллах Субхана ва Тааля украл. И по предопределению мы тебя накажем и отрубим тебе руку. То есть, если ты по предопределению что-то делаешь, и по предопределению тебя же накажут. Поэтому этим не нужно оправдываться, и не надо быть никакими кадаритами, никакими джибаритами, которые наоборот говорят, да, которые говорят, что мы все делаем по предопределению, а у нас никакого выбора нету. А Ахли Сунна валь Джамаа, они являются посередине кадаритов и джибаритов. То есть мы говорим, да, Аллах Субхана ва Тааля все нам предписал. Все наши деяния тоже предписал, потому что он знал, что мы будем делать, поэтому он нам предписал, потому что он знал заранее, что, например, человек будет мусульманином, выполнять какие-то благие деяния, поэтому он ему предписал таким быть, и он является таким. И он заранее знал, что человек будет неверным и будет выполнять какие-то неправильные действия, поэтому Аллах Субхана ва Тааля ему предписал быть таким. И здесь, зная это, нужно знать еще второе, что у нас есть выбор. Да, Субхана ва Тааля нам предписал все, но у нас есть выбор. То есть, если сейчас человеку поставить перед ним спиртное или же воду, что он выберет? По предопределению он может разве оправдываться и сказать, это мне предписано было? Нет, у него есть выбор. Или он попьет это, или он попьет это. Поэтому он не может оправдаться этими вещами. И это хадис явное доказательство и опровержение всем кадаритам, всем течениям, и кадаритским течением, и всяким джибаритским течением, которые что? Отвергают предопределение, или же наоборот, две крайности, да, кадариты в этой стороне, джибариты в этой стороне, а Ахли Сунна в середине. И этот хадис является опровержением. Этот хадис является опровержением на эти течения, на эти течения. Но наверняка, иншаллах, мы здесь остановимся, потому что хадис большой, иншаллах, и на следующих, иншаллах, передачах мы продолжим с вами, иншаллах, этот хадис. Я благодарю вас за внимание. Джазакум Аллаху хайран. Ва баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатуху.